Всем доброго утра. И на подъем. У нас сильный ветер, но не холодный. Подъем. Здравствуйте. Так, пойду лучше с камерой, иначе сдует. Ешь вкусняшку. Ешь, мой. Ешь, давай, хлебай. Ешь. Смотри. Утро доброе мое. Хлебай, хлебай, давай. Сразу косточки вытаскивать. Прям такой парусит ветрено. А сама погода теплая. Вот, как говорится, не это так золотуха, да? Не это самое так и золотуха. Ну это зачем нужен этот ветер? Постояло бы тепло. Что за погода? Птички, птички, невелички. Чик-чирики. Ой, как несет там. Меня аж сносит. Что тут по погоде? По погоде у нас минус 8. Но ветер сильный. Ой, так, главное камеру как-то еще раз не завалить. Снег поставил. Стоишь? Стою. Чуха, не стоишь. У меня сейчас открою я его пакет. Пойдемте вместе со мной. Буду контролировать. Где нож-то я взял? Я же ножик вроде бы брал. Ай, боже мой, сонная душа. Карманы дравы. Не взял ножик. Птицы. Как мне его открыть-то? Давайте гвоздиком. Короче, так, пойдемте за ножом. Или я сейчас сегодня посмотрю, чем же не закрыт. Мне и штатив, чтобы не слетел. Что за утро, что за день? Оп, я открою. Потому что этот полиэтилен я бы так порвал, конечно. Стоит. Стой, штатив, пойдем со мной. Я как пещерный человек, да? Пещерный сынка. Буду, если что, ловить объектив. О, штатив, объектив. Так, где палка? Вон она, палка. Палка-склянка. Стой. О! Насыплю, все-таки насыплю. Я вам насыплю, птички. Тихо, не сдуйся. Да что это ветрище? О. Так, штатив, если что, ловить. Тихо. Тихо. Не дуй так. Ну-ка, не дуй так. Ну-ка, ветер, потерпи. Птичек нам надо накормить. Давай, ползи, ползи. Что ты будешь делать? О. Да что ты будешь? И вот. Во, наконец-то. Наконец-то.
и в маленькую кормушку. Не, в маленькую уже не насыплю. У меня руки уже замерзли. Ветер-то ледяной. Пойдемте домой. Маленькую не насыплю пока. Чего сидите, дружно, брат? Воробейный наш отряд. А, сидят. Так ладно, пока вот это полное. Мыши, у меня от этого ветра начинает пальцы загнивать. А ветер-то у нас холодный. Хилу сдует. Прям по лицу. Я еще и в футболке, и в тонких этих. Что там с дочей? Дочь отплескает. Конечно, вкусненькая. Подъедай всю чашку. Ой, молодец. Все доедай. Все доедай. Вот и всю чашечку съел. Какая ты умница. Смотри, как вкусно. Молодец. Все съел. Ты у меня молодец, Дина. Не надо хоть потом заносить. Я имею в виду, заносить опять замерзнет за час. Разморозить, разогревать, добавлять. Да? Ладушки, идем домой. Там мама супчик сварила. Будем садиться кушать. Мне надо уже идти домой есть. Давайте, или ту уберите, не того, или эту. Да, я. Притаживайте. Какая. Пойдешь? Ой. Пойди. Кого? На ручку. Не того, какую тебе, да туда вставить? Нет. А что, туда давай. Сухарики, салатик вот сделала. Вот, вид отключали. Думала, они до вечера будут. Холодильник кто-то отключила. Кто кушает, всем приятного аппетита. Кто кушает, всем приятного аппетита. Суп у меня простой. У меня было филе куриное. Порезала мелко. Даже картошечки, рису немножко. Зелени, как картофану чуть-чуть. А тут еще масло сливочного добавила. А, и лаврушки. Вот такой кусочек. А салатик вот я мента вчера отварила. Отрала его. Шли ментая. Картошка. Вам у меня с этого 4 штучки. 2 яйца, зелень, соль, майонез и 3 огурчика. Все. Короче, первый день после выходных свет отключили, позвонила. Лекарство надо дать в поликлинику. Там у них программа зависла. Неизвестно, когда сделают. Так что вот так. А у нас тут сухарики. И черный хлеб, батон. А это трубной батон и белый батон. Ну, типа мягче, а тут так, жуче. Нормально.
Вывод. Начало года никто работать не хочет. Да причем никто работать не хочет? Что тут работать не хочет? Это всегда так. После выходных ура. Господи, что у тебя такого не было? Вот прямо ты пришел после таких 10-дневных выходных, пришел на работу, и ты сел, сразу же стал работать. Ну, у нас не было 10 дней. А сколько у вас было 10 дней у вас? Не было этих праздничных. Ой. Не было. Никто не отдыхал. После Нового года сразу я пошел на работу. Никаких 10 дней не было. Это вот увели. Нужно подумать, что ты всю жизнь ментовки отработал. Ты же еще где-то работал? На предприятии где-то же работал? Нет, есть посменно. Суточно, посменно. Посменно и в Новый год попал в график. Выходит в Новый год. Я знаю. Это понятно. И выходные дежурства были. Эти праздничные дни. Выходные только у бюджетников. Ввели лет 5 или 8 назад. Да, вот это вот добавили 10 дней. Нет, выходные только у бюджетников. Кто работает по графику? Всегда отдыхали. Кто работает по графику? У кого скользящий график, тут да. А ему разницы нет. Разницы нет абсолютно, никаких выходные, не выходные. Не было этих 10 дней. Да что ты ходишь, сидишь постоянно? Не было. Да, у бюджетников. И у бюджетников не было. Конечно. Вот прямо тебе 30-го это, 1-го на работу. Ну, успокойся, ешь он супчик. Хронику найдите и посмотрите. А что смотреть? Было раньше до 90-го. А тебе дали года. Еще? Подлить тебе говорю еще. Угу. 4 дня делали, по-моему. 31-го обязательно. 1-го, 2-го, 3-го, 4-го. Потом 7-го один день был выходной. При Союзе. Давай я еще налью тебя. Давай. Не надо. А? Не надо. Ну давай поварёшку принесу. Не надо. Как хочешь. Ешь он салат. Подпорить. Горячо не проснулся. Не, он проснулся-то проснулся, но не расходился еще. Доедай давай. Наелся. Кого ты поел опять? Ловила ведь мало, а все равно не доел. Доелся я. Так, ну а я пока у нас в городе. Сильные крыша дует. У меня я пока доехал до сюда на такси.
Тошнит, не от еды тошнит, не знаю почему. Какое состояние, полустояние. Что-то съел не то, может. Заехал я, взял пищалки. Посмотрим, думаю, что за пищалки. Колонка как раз по пару. Нахожусь на юбилейной у нас в городе. Сейчас забегу в аптеку, возьму еще лекарства. Потом оттуда на такси поеду. Надо будет еще за проводами, за краской заехать. Состояние не стояние. Потопали. Верблюд. Кстати, из зеленой же, из такой травы. О! Пойдем-то. Магазинчик. Точнее, в аптеку. В общем, я вызвал такси. Все, что надо, взял. Дома покажу. Какая-то тошнота такая. Состояние. Все вкусненько было. Ладушки, прям домой. Сейчас уже подъедет машина. Вот я уже и дома. Дома. Для начала я взял, приехал. Так, вот такие саморезы. Здесь 300 штук. Мне как раз нужны они 5,5 сантиметров под наши короба. Сразу уберу сюда. Под наши две акустические колонки провода. Здесь 32 метра провода. Я его напополам разделю. Здесь он 0,75. Он подешевле, но пропускная у него нормальненько. Давно-давно хотели обновить. Я давно хотел обновить. А они что стоят, пить не просят. Вот такую эмаль универсальную, черную, глянцевую. Взял одну банку. Буду несколько раз проходить, красить. Вторую банку. И вот такие две кисточки. Потому что сперва одной. А мама-то у нас не знает. Помните, мы все хотели обновить эти колонки сделать. Те уже старенькие колонки. И не работают. В гараже музыку-то включаем иногда. Ой! Ой, мама сказала, ой! А тебе зачем это? А пусть. Ну, музыку слушать будешь. Ну, а что? Надо чуть-чуть включил, например, и все потихоньку. Но Игорь, это... ты куда деньги тратишь? Еще не все. Давно хотели обновить. Не знаю, я не хотела, я там не ну, бываю. Ты не хотела, ты не бываешь, а я бываю. Вот такая пара пищалок. Как раз пойдут туда пищалки. Нашу акустическую систему. Это никакая не реклама. Russian Bass DM1. Это пищалки. То есть в каждую колонку пойдет. Они что, пищать будут? Пищать будут. Они не просто будут пищать, они хорошо будут пищать. Будут на уши пищать. Нет, потому что будет приятный звук. Не просто где-то одни. Это дополнительные пищалки. Вот такие. Во. Пищалочки. Как раз а там тебе пара. Что, столик делаешь, да? Где? Столик там делаешь. Так зачем у тебя столик? Вон там же это. И что? Летняя резиденция. И что? Я могу и туда перенести, потом в летнюю резиденцию. Ну эти пищалки можешь туда выйти, колонки поставить. Мам, я это все сделаю. Ты вот как маленькая, мы давно хотели. Так вот я не хотела давно. Игорь, надо деньги как-то маленько экономить, а ты я вообще что-то не пойму. Где? Дома, там, это, там
сейчас ничего не делает. Зима пока стоит. Он гараж. Я гаражи, начну, там пусть они, они стоят, они колонки будут сделаны, они и спить не просят на всю жизнь. Собралась она? Да, и будем, она, и нас... будем танцульки устраивать. Ну, можно полы сделать. Что? Это я хочу, а это моя она потом подбивать, чтобы... Какие? Вот какие полы, полы делать? Где полы делать? Отец, у него полы сделаны. Придет потеплее, какие полы? Какие, я не знаю, где он какие полы собрал. Да какие полы сделать-то? Кому что? У меня же полы там сделаны. Васильевичу полы надо. Я же не могу зимой там скакать, действительно. Потеплее станет, я пойду доделывать все. Делать, я шоу. Окна и все. Дверь поставь. Да поставлю я, отец, ну я тебе ну, что сейчас зимой? Там еще работы много, там еще крыша не доделана. Во, вот такие. Окна, двери. Вот, батя, ты вот сидишь, это, и постоянно. Я просто соберу и все. Пусть оно стоит. Сколько надо, включил. Летом, где что делаю, и все. Он оно там будет спит, делать и музыку слушать. Да, открываешь дверь и слушаешь. Да. Музыку. И радуешься. И подтает потом, да. Че я вам? Я потому что стройку сейчас и заморозил, потому что зимой я там крышу, если мне доделать, мне неудобно с металлом работать. Стоит минус. Ну ладно. Я здесь, в гараж. Про пищалки мы узнали, про кратку мы узнали. У меня полы сделаны. Печка сделана. Окна я поставлю, но чуть потеплее будет. Сейчас этот, завтра приедет замерщик. В определенное время, знаю, скинул. Посмотрим, сделаем натяжные там потолки. Там фирма нормальная. Ну, нормальная фирма. Тебе сколько бы говорили. Ну, что делай, ты, делай. Что нет, ты меня делаешь? Ты думаешь, откуда вы? Я по-другому. Отец. Ну, и вернулся к этому же. Что? Я всегда что-то делал. К натяжным потолкам. Я всегда что-то делал. А с чего ты будешь А с чего ты будешь делать? Ты думаешь, дешево это все стоит, что ли? Ты скажи мне, с чего делать? Ты вот такой странный сидишь. С материала. Кого? С какого с материала? А что ж ты в свое время ничего не делал? С какого материала? Игорь, давай не будем ругаться. Давайте не будем ругаться. Так, все. Я всегда что-то делал. Откладывал. Я должен найти на самые заборы. Все, перешли. Ну, а что ты вот ищи маленько. Начинаешь. Вот и ты начинаешь. Губы раскатывать. Забудем еще. Ну, старуха сейчас идет. Так? Потрещи, старуха. На этой прекрасной, замечательной ноте этот ролик мы завершим. И я начну уже другой. Угу. Другой повседнев. С распаковки продуктов. Да. Вот так вот у нас на кухне. Зато нет. Мало. Смотрите, зато у нас. Смотрите, я отморозила тут. Зато у нас живые эмоции. Мы не скалимся, не улыбаемся, не хотим казаться лучше. У нас настоящие эмоции. То, что происходит, то и происходит. А это должно нравиться всем, действительно, без наигранности. Нет, ладно. Ну теперь можно это, я холодильник разморозила, протерла, все, он сейчас подсохнет, ага. И это... Шили-вили туда-сюда. Туда-сюда, ладно, начинаю распаковку еды. Всем вкусняшек, этот ролик заканчиваю. Я хочу сказать. Что? Что я говорю? Проходят года и возвращаются, что я говорил. Отец, ну скажи, я всегда что-то делал. Что проходит в годах? Вот ты начинаешь. Ну я захожу в зал, ну вот ты заходишь и удивляешься. Квадратики там, это самое. Вова, я сказал вот такой потолок. А ты свою, знаешь, Вова. Отец, денег не было. Ты помнишь? А при чем деньги? Мы сколько за этот потолок отдали? При чем деньги? Ни разу не зашли никуда и не удивились, что папа что-то у нас что-то сделал. Вот честное слово. Он сходит и удивляется. Это его дом. Он хочет. Это бригада делала, кто занимается. Он что и делает, Вова. Сами не делают. Ну, натяжные потолки, это надо этот мощный обогреватель. Надо не специально покупаешь, 1000 за 30 минимум. Это которая бригада. Он хочет, пусть хоть что он тут делает. Конечно. Это его жилье, это его дом. А я сказал, что... Что ты сказал? Ты много говоришь. Такой легкий, самый легкий. Ты лучше не говори. Больше не найдешь. Больше не найдешь. Я знаю, что ты хотел натяжной и хочешь потолок. Он легкий.
Нормальный. Я знаю, легкий. И не морается, ничего не это. Сколько лет это самое обычно. Да ты посмотри, сколько раз меняется в доме, в квартире, везде обои эти. Мой, не мой, а нет. Ну, знаешь, это самое, хоть ты и лучше моющие. Подкинь ему это, денежек, он тебе купит моющие обои и тебе... Я тебе говорю, тебе что будешь грязь, грязь, а здесь грязь идти. Что ты делал, тебе денег возьмет, умеет ли он... Он швабру в руки и полетел. Швабру в руки. Кстати, швабра тёк, есть. Тёк, мам, кстати, я вчера новую швабру нашел. Я, оказывается, ставил новую швабру. Тебе швабра не нужна? Нужна ей швабра. Новенькая. Блестящая. Ну, потому что у меня поясница. Поясница это, я уже вот так болит. Вот так, буква Ю. Так я буква Ю уже не могу. Ну, конечно, углы сильно это, где углы надо будет наклоняться. Не во временке здесь у дверей сидеть. Во временке у дверей. Новенькая. А куда ты собрался? А какую ты там нашел? Я в деревне. Ты в деревню собрался? Ой, да. А вы гоняете, я да это... Да уже целый год, господи, кому это самое... нужно? Видел вчера кто еще и драться будет? Кто будет ходить? Я тебе да это самое, это объем желания. Надо бегать, чтобы бегали, да. Суетились. Вот для радость меня догнать не могу. А там кто? Ну, потому что он только языком бла-бла. Ну, ради бога, собирается, Боба, собирается. Ты уже сейчас... Маленько, это... Здесь живой... вода, тепло, телевизор. Два. Ты уже сейчас не овощ. Ты там закройся. Она встает утро и тычет, бегает. Так она... А дверь открывает. Она говорит, меньше пей воды, меньше пей воды, меньше пей воды. Какой воды меньше пить? Отец. Все нормально. Все нормально. Все так. Под контролем. Да ничего там нету никакого. Да, вы это много. Мама, я тебе таблетки даю, я тебе уже сказала, я тебе выписала, вот дадут. Ты потом там будешь читать выписку, что там тебе это, и будешь спить. Ну ты привык, что тебе утром, обед, вечером. Кушать утром, обед, вечером. Вова! Вот. Да пошел ты, знаешь куда, Вова. Во. Далеко я не буду, пусть здесь пошел. Так, на этой замечательной ноте этот ролик я завершу. Начинаем следующий. С распродажей продуктов. Все. Все. Всем пока-пока. Учись ходить, учись есть. Ага. А ты ничего не хочешь, ты ничего не хочешь. Я тебе еще раз сказала, ты привык сидеть, чтобы тебе за тебя что-то делали. И все. А там тебе и я тебе согласна, ты сейчас уже не овощ.